Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Flip 4. И сейчас я покажу вам, как перейти в тестовый режим на данном устройстве. Итак, открываем приложение телефон и выводим код звездочка-решетка, 0 звездочка-решетка. Таким образом мы попадаем в тестовый режим, где можем проверить, как у нас работает цветовая наша система. Тут мы можем проверить красный, зеленый, синий и черный цвета. Мы можем проверить вибрацию, можем проверить динамики, касание, камеру, сенсор и так далее, и так далее. Вы можете все здесь проверить, таким образом понажимать, что-то поделать. Вот, и узнать, как работает ваше устройство, хорошо ли оно работает, нет ли каких-то проблем, отклонений. Вот, и в принципе, мы можем на этом заканчивать. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.